Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. На основании рекомендаций Роспотребнадзора контроль QR-кодов при посещении общественных мест продлен до 6 декабря. Эта тема стала одной из ключевых на оперативном совещании правительства области с участием губернатора Вячеслава Гладкова. Как отметил глава региона, если в начале года на базе ковид-госпиталей было развернуто 870 коек, то сегодня их более 3600. Вячеслав Гладков в очередной раз напомнил, что введение QR-кодов – мера вынужденная. И главная задача сейчас – доступно и качественно разъяснить населению необходимость таких ограничений. Мы все против введения QR-кодов. Никому этот процесс не нравится от слова совсем. Все против. Вопрос только в одном. 600 тысяч человек не провакцинированных. Когда большое количество заболеваний идет, система здравоохранения выдержать такую нагрузку, 600 тысяч человек, не в состоянии. Поэтому профилактика – это лучшее лечение любого вида заболевания. Но надеюсь, что совместными усилиями 2 недели они дадут свой результат.